Более 30 новых больших пассажирских автобусов 2022 года выпуска уже в ближайшие дни выйдут на городские маршруты во Владивостоке. Транспортные средства закупила компания «Кослар», которая работает по контракту, заключенному с администрацией Владивостока по итогам конкурса. Новые машины будут обслуживать маршруты номер 31 и 82. Транспорт производства китайской компании соответствует самым современным техническим стандартам. Пассажировместимость каждого автобуса 80 человек. Транспортные средства оборудованы кондиционером, устройством вызова экстренных служб, автоинформатором, бегущей строкой, видеокамерами, USB-разъемами. Для удобства маломобильных граждан автобусы оборудованы пандусами и местом для коляски. Другие автотранспортные предприятия также продолжают обновлять свой парк. Мы продолжаем работать с нашими перевозчиками, которые работают в городе Владивостоке. Наверняка вы помните, что мы впервые заключили за долгое время трехлетние контракты. Основой или обязанностью по этим контрактам было обновление, в том числе в текущем году. Должно было обновиться 66 единиц, и, собственно говоря, вот сейчас можем уже с уверенностью сказать, что обязательства, взятые предпринимателями, они исполнили. Сейчас вот у меня за спиной, рядом с нами, находится 28 автобусов. Автобусы новые, 22 года выпуска. Именно под наш город они проходили сертификацию, то есть нигде в России пока эта марка автобусов не представлена. Еще раз подчеркну, вот три крупнейшие компании значительно обновили свой автопарк, но некоторые компании обновили по несколько единиц.